Здравствуй, дорогой зритель. Придя к выводу, что я трачу до хрена много денег на еду, и не только на еду, я решила соорудить такой проект. Да-да, меня вдохновила та мамочка с детем, Аня, кажется, ее звать, с своим каналом «Будни мамы» с 500 рублей в 10 дней или как-то так. Ну, на самом деле, у нее было 500 с лишним рублей на 10 дней. Я еще тогда посмотрела, в каком-то ролике говорила, что у нее там овощи приходится покупать, а у меня почти все овощи в наличии. Я решила сделать разбор того, что у меня есть, чтобы посмотреть, что у меня есть, записать для вас, что у меня есть. Может, кто-то позавидует. Нет, на самом деле, я это не имела в виду, чтобы кто-то там завидовал. Ну, как бы посмотреть, что у меня есть, самой вспомнить, народу показать. И провести такой эксперимент, о чем я уже писала на страничке ВКонтакте, посвященной группе. Да, у меня там кот где-то мячит. Такой решила устроить проект вообще до 1 декабря, но я посчитала, в общем, решила 3 недели. Прожить 3 недели на 1000 рублей. Я себе выделила 200 рублей рублями, у меня там в наличке было чуть больше, чем 200 рублей на самом деле, оказалось в кошельке. И 800 рублей оставила самой себе на карте. С одной стороны, у меня есть одежда, есть вон техника для кухни, кастрюлька новая, опять же, есть, я ее еще не помыла по инструкции по применению. Есть где есть на чем спать, есть практически что есть. Есть некоторые продукты, которые периодически надо покупать. Зная меня, что я могу, допустим, потратиться на какую-нибудь сладкую хрень. Сейчас я вам покажу эту сладкую хрень. Одну из пример просто. Вот у меня есть половинка пироженки. И что-то она у меня не пошла, и вот она уже в холодильнике лежит, наверное, второй или третий день. И вот, чтобы не тратиться на такую хрень, с одной стороны, можно сделать бисквит. Я уже поняла, что мои эксперименты не по теме, все-таки не очень хороший выход в этом случае. Все-таки лучше делать, как говорят люди, и экспериментировать уже по скрипту. Первый эксперимент был удачный, а второй совершенно неудачный, пришлось его утилизировать, потому что он умер. В общем, смогу ли я прожить? Сколько дней я протяну в итоге на 1000 рублей? Но пока я планирую до 1 декабря. Так-то вообще получается до 3-го, потому что 3 недели. Начиная с 13 ноября, то бишь сегодняшнего дня. Сегодня я уже потратила, пока закроем холодильник. Сейчас скажу, я потом это обозрю даже. Отчет, я буду стараюсь делать отчеты. В принципе, у меня есть кое-что купленное про запас, поэтому не придется это обозревать, чтобы не травмировать беременных мужчин или нервных женщин. Для меня просто... мне, честно, смелости не хватает такое обозревать. Так что хорошо, что я это закупила. Все свои обзоры по поводу, что я до этого покупала, я уже смонтировала. Какие-то продукты я, конечно, не обозревала, но это так, мелочи были, зато... Какие-то из них я советую, либо не советую в ролике, который уже должен был залиться на канал. В общем, я про что? Хватит ли меня? Хватит ли мне этой 1000 на 3 недели? А купила я себе за 19 рублей. Может быть, все-таки обозрю потом. Потому что не все, возможно, будут смотреть этот ролик. Можно я его смонтирую уже не сегодня. В общем, я себе купила за 19 рублей и за 30 рублей конверт. Мне надо человеку написать письмо, но я адрес потеряла в своем. Я переехала. У меня несколько пакетов с бумагой еще не разобрано. И несколько пакетов не с бумагой. Что у нас тут есть? У меня есть чесночок. Еще у меня есть лучок. Я потом приползу на балкон. Там, конечно, темно, наверное, снимать этот лучок. У меня есть... При том, что я не ем лучок, я его добавляю только в супчик. Где-то с одной четверть стола этого у меня есть ящичек с лучком. Еще у меня есть чесночок. Еще у меня здесь есть лучок. Немножко. Лучок. Лучок и немножко чесночка. Здесь у меня лучок обычно лежало много в этой коробочке, контейнерке без крышечки. Крышечка куда-то заныкалась, возможно, еще во время переезда. Он заканчивается, я потом туда добавлю все остальное. Тут несколько, наверное, 1-2 зубчика чеснока и 3 луковочки. Тут вроде у меня еды больше... нет, у меня есть, я совсем забыла. Мне надо будет продержаться и не делать себе
соус на сливках, чесноке и масле подсолнечном, потому что если я буду делать себе соус, то мне масла подсолнечного не хватит. Хотя у меня есть кусок сала свиного, на котором я обычно жарю. Ну, как бы, если делать салаты, то свиное сало не подойдет. Короче, вот у меня есть бутылка масла. Покупала как-то в Ашане по скидке. Больше там, вот в том бочонке у меня есть соль. Больше тут, по-моему, такой еды-то нету. Только посуда. Если вдруг не захочется кофе, у меня еще немножко есть зернового, а еще есть вот от Лёльки из Тюмени. Вкусный кофе нам с подружкой понравился, мне нравится. Тут остатки его. Я даже приноровилась его процеживать через ситечко. Тут у меня есть чай, тут у меня есть сбор травяной. Короче, что мне пить, мне как бы можно даже не волноваться. У меня много чего этого всякого, растительности всякой. У меня есть даже мука, есть какао, хрень какая-то. В общем, тут как бы есть что пить. Вон тут даже маршмеллоу есть. Надеюсь, мне хватит этой приправы карри. Маття у меня там есть. Еще есть пакетик матти. Тут всякое, короче, макарошки. Я их не обозревала, но вот сейчас обозреваю. Заодно посоветую. Крутые макарошки, мне очень нравятся. Не первую, наверное, уже пятую или четвертую коробочку покупаю. В суп добавлять. Кстати, вот суп. С одной из консервной, с консервой, которая из этого самого, из светофора, и тут как раз это лапша. Ну, а рецепт я уже в каком-то ролике говорила, если интересно, идите на Cookpad. В общем, вон там у меня чай, я потом достану эти баночки, коробочки, которые закрыты, и тоже их обозрю, это все будет сшиваться и монтироваться. Как бы чай у меня есть. У меня даже есть пара фруктов, которые надо уже, наверное, доесть. Там у меня какое-то типа самопальное желе. У меня есть лавр. У меня есть листья лавра, а еще есть лавр сам по себе. Даже немножко там помидорок видно. У меня есть лаваш. Ну, есть, конечно, какие-то определенные продукты, которые как бы надо периодически покупать, потому что они заканчиваются. Это мясо, хлеб, молоко, сметана и яйца. Сейчас пока у меня все это есть. Правда, мясо у меня переработанное под пельмени и что-то такое. У меня, конечно, случилась трагедия. Я думала, что у меня есть еще сушеные грибы, но, к сожалению, их больше нет. Они у меня заплесневели. Буквально 2 недели назад я их проверяла, что-то туда лазала в шкаф. Они были в нормальном состоянии. Сейчас это вот такой вот ужас. Но с другой стороны... Нет, с одной стороны, конечно, можно запараноить. И как одно существо, которое меня сегодня с утра доставало с собой, своим общением. Знаете, когда человек вам говорит, все, я ухожу, а вы ему, вали. Ну, как бы свалила и хрен с тобой. А вот существо никак не свалит, и существо меня доставало. И существо во всех своих проблемах обвиняет, конечно же, меня. Я вот подумала, может, мне в шутку обвинить существо? Типа вот, если бы ты мне сегодня не звонила в WhatsApp, не писала смс и еще что-то там, то они бы были живы. Будем считать так. На самом деле, ну, в принципе, у меня бы могли заплесневать соленые грибы. Конечно, жалко времени, то, что я их собирала, то, что я их мыла, резала, сушила. Энергии жалко, времени жалко. Я думала, что у меня будут впервые мной сделаны сушеные грибы. Они, когда высохли, они отлично выглядели, как сушеные грибы. Ну, что ж сделаешь? Всякое бывает. В интернете я посмотрела не я одна такая, у кого грибы умирают раньше времени. У меня тут есть хлебушек, который... Так как у меня умеет хлебушек умирать, мне не только хлебушек умеет умирать, мне еда любит умирать, вот видите, еда умерла. Меня при этом не спросила. Причем иногда умирают раньше времени, меня действительно не спрашивают. Короче, хлебушек, перед тем, как он будет умирать, я из него делаю сухарики, я теперь уже поняла, сколько времени их надо хранить. Он в той штуке, хотя тот ролик еще не смонтировался у меня. У меня есть 0,5 кило сахара на случай, если мне захочется попить чая, а у меня все сладкое закончится. У меня есть мед. У меня есть куча туевого варенья. У меня есть заготовки. В общем, ну, у меня есть сушеный лук. Там где-то еще есть сушеный укроп, сушеная петрушка. Вон тут у нас лук, петрушка, что-то еще с солью. Вообще у меня очень много замороженной зелени. У меня 1,5 банки такого варенья. Это у нас из терна. Я сейчас просто достала то, что у меня в шкафу было. У меня тут варенье еще какое-то. У меня тут облепиховое варенье аж с прошлого года. То, что я купила
в Ашане. Ролик я сегодня уже смонтировала. Рубей шмяной. То, что я купила в Диксе, этот ролик тоже уже на канале. Просто мне нравится черника. Еще одна консервная, из нее вполне можно сварить супчик с вермишелькой. У меня есть целая баночка сгущенки. Так сожрать, скушать дам. Или, может, какую вкусняшку приготовить. У меня есть заготовка от моей любимой тетушки. У меня еще несколько таких баночек, плюс еще 2 или 3 банки соленых огурцов. Я, в принципе, открою снова дверь холодильника и покажу вам вблизи. Ну, насколько вам это увидится, потому что там баррикада. Еще у меня есть зеленые помидорки, как бы заготовки. У меня есть маленькая баночка варенья из малины, которая в деревне выросла. Я уже думаю, что ее уже можно открывать и лопать. В общем, тут у меня такие как бы заготовки. У меня даже есть сколько-то грамм печенья овсяного, потом, что сейчас у нас тут есть-то. Так, печенье не овсяное, несколько конфет и немножко шоколадки. У меня даже есть еще долька лимонного мармелада, который я покупала уже месяц, можно сказать, назад. Что-то он как-то забыл про него. Чем у нас тут яйца? Это Дезик имени меня. Это сливки, из которых я что-нибудь сделаю. Это кусочек сыра. Это еще сыр. Это еще сливки. Это сметана. А это тот лимонный мармелад, про который я забыла. Но он еще живой. Молоко и молоко про запас. Так, перчик. Ой, он забродил. Ну, что сделаешь? В принципе, он много раз уже размораживался, перемораживался. Заодно я сейчас узнаю, что у меня умерло. Кусок масла сливочного. Тут у меня укроп с солью. А помидоры в масле. Этот самый соевый соус. Мука арахисовая. Лёдовые семена. Кашка какая-то. Вот у меня сгущенка стоит. Можно ее сюда уже поставить, раз место освободилось. Колбасу я покупала, думала, что кот ее будет есть, потому что он ел такие сосиски. Но что-то он как-то стал упендриваться. Вот у меня тут это есть, капуста есть, не забыть бы про нее. Там за ней видно варенье, просто надо было куда-то положить масло сливочное, еще варенье, облепиха, картошка вареная, отделалась, и винегрет, тут осталась картошка. И вот тут много всякого всего. Картошка, я не буду вам показывать, может быть, темно, но, короче, у меня картошки хватит. И тут у меня морковка и еще что-то такое. У меня еще даже есть свекла, ну, не имени меня, но местного производства, в смысле, у нас нами выращенная. Там у меня сыр рикотта, это штучка, которую я делала сегодня. Вообще горбушкину перепала ее увидеть. Ибо сам он меня нашел в этом телеграме. Там у меня рыбка красная, просто я потом что-нибудь сделаю с этим алоэ. Ну и здесь вот просто впритык. Мне просто некуда мясо покупать. Точнее, я как бы могу купить мясо, но мне его некуда ложить. Я не буду вам все тут доставать, но здесь есть жареные замороженные грибы. Спасибо моей одной бабушке. Есть замороженные грибы, которые вот... Хорошо, что я их все-таки немножко заморозила. Очень много тертой морковки и всякой зелени замороженной. Там несколько там ягод, протертых в сахаре. Сало, масло замороженное, потому что я про запас покупала. Помидоры замороженные, короче, много всего. Плюс еще пельмени самопальные наполовину. Так, одной рукой не получается. Взор, у меня есть то, чем мыть посуду. То бишь губочка, средство для мытья. Благодаря Люльке из Тюмени жидкое мыло. Потом у меня есть даже порошок. Я тут купила себе про запас эти в капсулах. Тут у меня, не открою я сейчас одной рукой, ну, короче, там шиповник и яблочек немножко сушеных с прошлого раза, еще с прошлого года, в смысле. Это я потом все уберу. Выключим пока тут свет, бой в Крыму, все в дыму. Тут у меня есть, не смотрите на это странное, мне уже подружка спрашивала, что, говорит, это такое оранжевое. Вот это оранжевое, это облепиха этого года сбора. Если ее забодяжить один к одному с медом и с водой, то ваша желчь скажет вам пока. Ну, в смысле, если вас желчь мучает, там какие-нибудь судороги, еще что-то. Если вас мучает простуда или желчь, вот у меня калина. Калина с прошлого года. А это вот коту наполнитель.
сейчас папа больно, отойдите от экрана. Коту еда. Вот то, что я говорила, я купила целую пачечку. Она еще не вскрытая. Тут у меня еще одна ампулка, капсулка. Мне тут выдал добрый человек. Когда я еще не знала, чем стирают куртки, и стирала их как бы просто рассыпным порошочком. Я сегодня тут все-таки убралась. Ну, в смысле, вот в тех ящичках. Дальше-то не особо. Это не смотрите, это подарок. Я его сейчас уберу. Подарок человеку, который сегодня должен был прийти на обед. Тут у меня есть хорошая фигня для чистки плиты. И она хорошо отмывает раковину. Вот это я уже обозревала. Там еще фигня для чистки окон. Но она за ними. Во. Сейчас я вам с вами зайду до ванной. И покажу, что да, вот, ну, я не думаю, что надо показывать эти шмотки теплые. В общем, мыло жидкое, мыло имени меня. Этот порошок, которым я сейчас пользуюсь, ну, типа как бы зубной порошок. На самом деле это Оптан. А, вот тут я щетку вчера купила, ну, потому что у меня старая умерла. Тут у меня там шампунь, я его все-таки доделываю. Через раз то как шампунь, то как гель для душа. И вот у меня есть еще стиральный порошок. Это вот он еще с мая лежит, как только у меня стиралка появилась. Фиговина тоже все еще лежит. Освежитель воздуха. После кота иногда надо. Там гель для душа, который мне Лёлька дарила. Из Тюмени. Ее же пена для ванн. Ну, в общем, как бы бытовая химия у меня есть. Сейчас я даже вам покажу этот свой запас. Если что, это тут у меня присобачила одну наволочку, которая уже как бы не слишком новая. Я через нее просаживаю траву, когда делаю отвары для волос там или типа того. Ну, а вдруг появилась кадра, я не сказала. А потом будут вопросы и вопли. Типа, чё это? Такс. Ноутбучок. Да-да, вот это я потом обозрю. Я еще не вскрывала, не поверите. Вот до сих пор еще не вскрыла. То у меня тут аромалампа. И масел для аромалампы, и свечек для аромалампы у меня вообще хоть попой жуй. И даже вот эти палки еще живы. Это привет, Диляра, если ты еще меня смотришь. Потому что это твои палки. Тут у меня, ну, такая всякая требуха есть. Что, возможно, что-то можно сделать. Вот это целый пузыречек. Тут, по-моему, этот миновальзин. Эфирные масла, духов, хоть упейся. И всякое вот это вот мыло там, крем для рук и прочее. Где-то может быть 1/4 мною куплено, а остальное спасибо моим дорогим подписчикам. Даже тем, кто меня уже не смотрит, возможно. Ну, я знаю, что некоторые меня не смотрят. Пару духов я тут, ну, человеку понравилось, я отдала, потому что мне, в принципе, они как бы ни холодно, ни жарко, одни я вообще как-то никак не воспринимала. В общем, да, тут пьет стоит. В итоге у меня тут баррикада просто. Так, я, конечно, планировала, возможно, все это сказать в камеру с лицом. Это чтобы вам было понятно, что у меня действительно есть что пить. Что заваривать. Чем голову окачивать при желании? Ну и на балкон, наверное, будет темно, поэтому я сейчас пока отрублюсь и попробую там, может, уже еще раз засняться. Вот, кстати, еще травы. Правда, действительно темно, поэтому, ну, что-то видно. Я то, что там как бы... Кстати, заодно протащу эту камеру в темноте. То, что у меня там где-то есть фасоль, еще какие-то такие типа продукты, я их достану, заодно проверю, живы ли они. Ну и запишу при свете дня. А те, которые я достала сейчас, я пока их уберу, чтобы вдруг они не померли. И все-таки я вам показываю, хотя не видно нифига. Но вот это вот, кайтошка. И ее вот в этой коробочке где-то больше, чем 2/3. Так что в крайнем случае я буду есть одну картошку с солеными грибами. У меня есть еще 4 кабачка. Ой, блин, 2 из них огромных. А 2
По типу вот таких. Два зеленых и два больших желтых. Ой. У меня есть свеколка. Где тут она? У меня есть свеколка. Ну, не только она, там целый ящик свеколки. А я повадила, что-то есть свеколку. У меня еще есть тут какие-то банки с вареньем. И целая кастрюля, почти целая. Две трети с медом. И еще баночка с вареньем. Сладкого хоть это самое. Продолжаю обзор своей еды. В общем, с фасолью ничего не случилось, на мое счастье. Тут у меня фасоль. Да, тут когда-то чай был. Все-таки я решила обозреть этот лук. Вот у меня тут. Да-да, эта штуковина как бы могла бы быть фигней к унитазу, но так как она ни разу не пользовалась по назначению, а кот у меня не любит эти сеточки, а мне надо было какой-то ящик на ножках, то вот я его приспособила под лук. В общем, что тут у нас? Эту я уже ела вполне себе. Я так поняла, что она по типу гороха, только мелкая. Чечевица. Нут. Еще чечевица. Макароны типа спагетти, но их поломала, потому что они нахрен, блин. Пока их достаешь, если кастрюля... Все равно их надо... Кастрюля не такой длины, как они. Ну, в смысле, что не такой вместительности. Их длины не хватает. И как-то они, я их доставала, они у меня пакет порвался, они на меня так частично выпали. Я на них обиделась и поломала их, короче. Тут у меня горох. Вообще, у меня тут еще где-то был горох. Так. Ну, видимо, может, я его не принесла. А, да, вот у меня. Я что-то тогда разложила по пакетикам этот горох. Еще горох. Еще горох. Тут у меня овсянка, но, возможно, она уже откинула копыта своей овсяновой. Ее можно уже использовать чисто там для каких-нибудь приготовления скрабиков. Или кота кормить, но он у меня как-то не особо эту овсянку, да, вот тут. Как-то купила себе листьев этого нори, думаю, как-нибудь сделаю, у меня там еще одна рыбка осталась, а себе роликов. Тут у меня макароны из магнита я как-то купила, но все никак не уделаю их. Еще одна мисочка с чесноком и немножко лучком. Этот мой 3-килограммовый пакет макарон. А здесь у меня сякер. Сякер. Я, правда, планирую сделать как-нибудь безе, и, возможно, мне придется потом покупать еще сякера. Ну, пока, я думаю, у меня хватает всего провианта. Ну, и еще остались всякие эти баночки на кухне, заодно их проверю. На момент, не умерли ли они. В общем, последняя полочка, где я все-таки разобралась. Да, вот тут у меня, кажется, еще открыто. У меня тут приказало долго жить. Я так поняла, наверное, не все в этих пластиковых контейнерах может жить спокойно. Что-то плесневеет, что-то плесневеет. Без разницы, на холоде оно находится или не совсем. В общем, у меня там это... В отличие от грибов, траву можно прокопятить и сделать отвар на голову. Благо, петрушка, в принципе, хорошо для волос. В общем, у меня тут такой склад. И мне попался червячок моли, и я обнаружила то, где оно жило. Теперь оно у меня... Та-да! Вон там. Манная крупа. Манная крупа почему-то вот в маленьких пакетах меньшим количеством она почему-то не продается. Почему-то продается минимум 800 грамм. Меньше я не встречала. В общем, у меня немножко есть манной крупы, которую я из деревни привезла, туда увозила. Ей посчастливилось остаться живой. Ну и вовремя пресекла эту моль. И вот ватным диском, смоченным эфирным маслом лаванды, я тут протерла так полочки. Сейчас оно у меня слегка проветривается. И что у нас тут есть? А у нас тут есть... Сейчас я попытаюсь это открыть. Рис, которому повезло, и с ним ничего не случилось. У меня еще есть пакетик риса, который я из деревни привезла. У меня обнаружился чайник. Самое интересное, что он на самом видном месте стоит, как обычно, все на видном месте. И меня даже как-то не задумывалось, что это чай. От Лёльки есть у меня, не спасибо, Лёлька. В общем, у меня там целый пакетик, и еще не полный пакетик. Один брала в деревню, потом привозила обратно. В общем, а я еще тут сокрушала, думаю, надо же, пакетированного чая никакого нету. А тут, оказывается, есть. У меня тут есть немножко сушеной морковки. Вот смотрите, сушеная морковка сушилась в той же сушилке. И с ней ничего не случилось, в отличие от петрушки или грибов. В чем прикол? У меня тут есть черный чай.
из этого самого... забыла, как его звать. Мне этот нравится такая. Раньше нравилась, потом что-то не очень. Сейчас я его смешиваю с другим черным чаем. Короче, тут вкусно так знакомо пахнет. Чай. Чай с чабрецом. Но что-то у меня как-то он... Я его в чистом виде могу пить, только если туда ложку карельского бальзама в чашку добавить. Тогда как-то вкус не очень такой термоядерный и притупляется. Ну или смешиваю один к двум с обычным черным чаем. В общем, у меня тут гречка. И она, на мое счастье, тоже никак не это не заболела. Ни молью, ни плесенью. Хотя, по-моему, гречки не плесневеют, не знаю. У меня тут есть, когда-то я мутила. Самое интересное, что в самих этих зернышках завелась в свое время моль. А вот то, что я сделала с медом, оно так стоит. Я про него стабильно забыла. Тут моя еда. Я ее просто достала второй раз из холодильника и поняла, что мне надо ее все-таки съесть. Вот у меня тут этот пакетик второй. Вторая часть вот того пакетика. Вот этого кипрея травянистого. На самом деле у меня у самой дофига кипрея, но тут подарили, что же. К тому же фильтр в пакетах. Тут у меня немножко всякой травы сушеной. Вот в стекле я ничего не стала. Тут у меня укроп с солью. Тут у меня фенхель, который у нас вырос. Тетя посоветовала, по-моему, соседка по саду. Вот. Что-то она и не прониклась, тетя моя. Я себе его забрала. У меня даже где-то корень еще в холодильнике лежит этого фенхеля. Тут у меня лук такой в основе сушеный. Ну, этот в основе сушеный лук, в смысле, такой вот бывает лук. Короче, который лук. Зеленый, но немножко другой. А тут у меня немножко манной крупы. Вот она нормально себя чувствует. Не поверите, у меня еще немножко луидзина осталось с этого самого с колонны, куда мы с пеньком ездили. Тут, соответственно, это сундучок с костяной ложечкой. Это еще в молодости моей бабушки. Сундучок, оказывается, моя маман покупала, как мне говорили. Тут обычный черный чай алакозовский. Когда его становится поменьше, то ложка туда влезает. Мед, по-моему, на столе стоял. Карри, который я до этого показывала. Сода, просто я сейчас уже вытащила все, что есть из этой из полочки, как я уже говорила. Чтобы понять, кто там помер, кто там нет. Это у меня тут зеленый чай. Не помню с чем. Мне присылала, кажется, девочка Лена из Нижнего Новгорода. Мы с ней там какой-то обмен делали. Она мне еще обезьянку задарила. Тут у меня пара пуэрок, чай какой-то двух видов. Один пакетик этого бабао. Ну, просто, видимо, сюда принесла, чтобы как-то заварить. Внезапно еще этот жасминовый чай какой-то. И еще жасминовый чай, который мне Влад дарил. Который меня, наверное, уже не смотрит. Ну, да хрен бы с ним. С этим Владом. Тут у меня неведомый сыр кружочками, который я покупала у наших чучмеков. Или как их там. Чемеем не прониклась. Я посмотрела в интернете, как он должен быть. Я поняла, что у них продается уже довольно старый. Или, возможно, неправильно хранился. Вот та коробочка, то что мне было. Вот это сушеное яблоко прошлогоднее и шиповник этого года. Так, это у нас это я обозревала. Это у меня остатки былой роскоши. Вакама сушеная. Рис из деревни. Кофе зерновой. Тут протертый перец. Как бы я хотела его в свое время в чай добавлять, но он так что-то у меня стоит. Тут у меня мед вообще перетопленный. У меня был был у меня мед с сотами, он засахарился. Я его в начале лета перетапливала. Вот он до сих пор стоит. Это я привезла еще тогда с пинка-пинка покупала. Пинок пинка. Паста из мякоти кокоса. Я ее открыла, что она меня тогда как-то не вдохновила. И я решила, что ее потом уделаю, может быть, ну, как составляющую своих дезиков восковых. Но у меня дезиков восковых пока про запас. Может быть, я все-таки и вдохновлюсь, и ее захомячу естественным путем. Она у нас, ну, по-моему, у нее год срок годности. Тут у меня, короче, я не открою, держа одной рукой. Не смогу, наверное, открыть, не буду рисковать. Короче, у меня тут барбарис собран и люлей вручную. Тут еще один мед в сотах. Тут еще один мед в сотах. Это, можно сказать, прошлогодний мед. Мне в этом году, в начале лета, его бабулька моя двоюродная выдавала. Тут у меня семечки, которые мне отдала Женька, когда я была на левом берегу, чтобы мне было не скучно стоять и ждать автобуса. Ну, черт, я их не успела все осилить. То, что я уже показывала, маршмеллоу, какао или кофе положу. Кукурузный крахмал. Обзор того ролика, где я его обозреваю, этого из Ашана, я уже
на канал залила. Верони, которую я уже, возможно, обозревала даже уже в этом ролике. Но не обозревала отдельно, как покупку. Это было как-то лень. Какао, которое я обозревала. Я его уже как-то покупала, причем не только в фикс-прайсе оно продается. То, что из Дикси. Мне Горбушкин еще написал камень, что надо типа стрим, когда буду делать этот торт. Но стрим смогу я сделать только с ноутбука, с не очень хорошей камерой, потому что другую камеру ноутбук не тянет. Точнее, Logitech почему-то не живет с ноутбуками разных марок, и какая бы система там ни стояла, как показала практика. А макарошки из Атака еще с прошлого месяца покупки. Мука из Магнита. Неполная пачка лакозовского чая. Тут у меня зеленый чай с красной гвоздикой. Не буду открывать, потому что одной рукой я не открою. Внезапная, ну, у них срок годности уже прошел, но что-то я как-то не знаю. Может, из них что-то можно сделать. Это эти шарики бабл для чая. Тапиоковый крахмал, короче. Приехали они у меня Я сначала из них что-то делала это чай, а потом, видимо, забыла. И вот, ну, я имею свойство забывать про еду. Скилл у меня такой интересный. Это от сестер Сони и Инессы из Лондона и Риги. По ссылке был вот оно. Если кто в курсе, влияет ли срок годности на эти самые шарики и вообще, что с ними можно делать, дайте знать. Это вот кофе, который я уже обозревала, оклёрки. Это немножко у меня картофельного крахмала. И это вот большущий пакет этих хлопьев кукурузных с хорошим составом. И у них марка, я так поняла, но Хрустайм где-то в Магните, я что-то подобное видела. В общем, продавалась она в Светофоре. И вот, наверное, все, что у меня есть. Я думала, что с таким арсеналом еды, не еды и так далее, вполне можно прожить. Ну, молоко, конечно, как я уже говорила, придется докупать. Яйца, когда они закончатся, хлеб. Когда он помрет или типа того, я еще не настолько натренирована, чтобы печь из муки, ну, из составляющих, которые у меня есть, сама этот хлеб. Потом мясо придется купить, когда у меня пельмени закончатся, или просто освободиться место в морозилке, чтобы это мясо положить. И, наверное, сметану, потому что иногда все-таки мне нужна эта сметана. Я, допустим, вареную свеклу делаю, тру ее на терке, с чесноком мешаю, сметаной замасливаюсь. Мне очень нравится. Ну и вот я, учитывая, что мне иногда не только еду, а какую-нибудь мелкую бытовуху придется покупать, вот мне интересно, хватит ли мне этой 1000. На самом деле мы еще с подружкой договаривались меня покрасить на этой или на следующей неделе. И то ли скидываемся. Ну вообще изначально я ей пообещала, что я куплю роллов за то, что вот она меня покрасит. Мы там посидим у нас, ну и как бы захомячим эти роллы. Роллы я планировала где-то рублей на 500 лишним брать. В сытый папа первый раз. Так что, как бы я этот проект, можно сказать, проект Пен, сожрать все на донышке. Или как-то так, экономный проект или что-то такое. Я его планировала, буквально сегодня в голову ударила. И совершенно забыла, что вот мы собирались там вот с ней как-то роллы. Я думаю, что если у нас все-таки получится эти роллы, то я отдельной суммой это не буду считать в этом, как бы, проекте, конечно, можете меня в этом плане осуждать, что типа изначально то все. Ну, я думаю, было бы нечестно, если б я, допустим, не сказала, что я уже сегодня потратила 39-49 рублей. Но я их все-таки сказала. А вот насчет роллов, так как мы, ну, у нас на этой неделе не получается, как выяснилось, а как будет на следующей, я не знаю. Если у меня, может быть, сэкономится, вот за неделю я ничего не потрачу, и тогда вот я позволю себе эти роллы. Как-то так. Ну, пока я планирую до 2 декабря включительно жить на 1000 рублей. Сейчас уже, конечно, меньше, потому что я сегодня вот истратила чутка. В общем, ну, наверное, это все. Может быть, будет ролик слегка разрозненный, раздробленный, и вот меня тут не видно, только говорю. Ну, как получилось. Возможно, даже местами где-то рука дрожала. Но это уже, думаю, многие привыкли. Раньше они у меня очень часто дрожали. Я там стабильно волновалась. И да, вон про соду, не знаю, говорила или нет, сода. У меня еще на балконе оказалась целая пачка этой соды неоткрытой. Сода пищевая. В общем, если вам сие интересно, то продолжайте смотреть мои отчеты. Ну и всем спасибо. Всем пока.